А перед просмотром данного видеоролика рекомендую вам подписаться на канал Кирилла. Он снимает разные видео по Geometry Dash и по другим играм, в общем, на любой вкус. И давайте, переходите после этого видоса на его канал, там смотрите, подписывайтесь. И, в общем-то, давайте, погнали проходить Medium Demon. А еще забыл сказать, извините, что видосы выходят так редко. И этот видос, я не знаю, я его заснял еще давно, но решил именно сегодня выложить, потому что мне нечего снимать, ГД как бы она, ничего в ней не происходит, я еще засниму об этом отдельное видео, что будет дальше на канале. И, ну, в общем-то, смотрите фрагмент, как я прошел уровень с первой попытки или с... В общем, давайте, смотрите. Всем, короче, здорово, я сегодня буду играть в Geometry Dash. Попробую пройти Medium Demon. По крайней мере, написано, что он Medium, смотрите. Вот, Medium Demon. Ну, я бы не сказал, что он Medium, я уже его видел. Как бы некоторые изи демоны сложнее его. И я не понимаю, почему такая оценка. Ну, давайте я попробую пройти его, что ли. Сначала давайте попрактикую, потом уже попробую пройти без практики. Вот. То есть Normal Mode. Я надеюсь, я смогу уложиться хотя бы в 50 попыток, не говоря уже про 20, про еще что-то. Давайте. Так. Ну, окей. Сколько у нас попыток? А попыток у нас в практике получилось 8. Это первая практика с авточекпоинтом. Я не знаю, есть ли смысл практиковаться дальше. Наверное, нет. Но давайте попробуем уже пройти его все-таки. Я постараюсь побольше говорить, чтобы меня YouTube не наказал за музыку, потому что я не хочу страйки получать на канал. Вот. В принципе, окей. Молчу. Тут сложно. Ух ты. Подождите-ка. Сейчас будет еще и фо сложно, а все остальное тут изи. Неужто пройду с какой 9-й попытки или какая там? Да ну. Да ну нафиг, чуваки! Я не знаю, вы поверите мне или нет, но я, конечно, обрезал немного, как я играл. Либо я музыку немного сменю, я не знаю. Ну, в общем, я прошел этот демон за 9 попыток. За 9 гребаных попыток. Напомню, я полнейший нуб. Я до этого вообще в него не играл. Вот, у меня никаких копий нету, клянусь. Я его, блин, ни разу не пробовал играть. Тут Sonic Wave всякие, да? На стриме копировал. Приходите на стрим. А, ладно, в общем... За 9 попыток демон прошел. Вы серьезно? За 9 попыток гребаный демон, лол. Лол. Давайте напишу, что ли. Но это жесть, 9 попыток. Напомню, это с практикой. Если без практики считать, то это с первой попытки. Вы это понимаете вообще? Типа, 9 попыток, что это такое? Лол, нормально. Окей, давайте что-нибудь. Но это явно не Medium Demon, клянусь, это максимум изи. Максимум. Извините, что видос так редко выходит, просто у меня небольшой творческий кризис. Типа, можно видосы снимать, но они будут выходить редко. Каждый день штамповать, как я прохожу демон, это будет убого, поэтому я буду делать это редко. Пишите комментарии, предлагайте темы для видео, вообще абсолютно любые. Я прочитаю, и если мне они понравятся, то я засниму об этом видео. Ну а пока что, в общем, с вами был Неллис, всем пока, тут как...
Вот, короче, появились ссылки, и тут больше ничего не будет. Даже не будет моего божественного крика «подпишись», поэтому просто давай уже я подожду немного.